Всем привет, с вами Джейсон. Сейчас 4:18 ночи. Сейчас мы собираемся в Сочи лететь. Уже собрали чемоданы, что я и говорил вчера. Вот не битва замка. Сейчас вообще спать охота так. Сейчас бы еще поваляться. Сейчас мы едем в аэропорт. Везет наш друг. Минус. Ладно, шучу. Не минус, нас будет подвозить. Другой Димарик. Сейчас еще есть немного хочется. Ну, в самолете поедим, конечно, лететь час. Ну да ладно. Мы там купили себе всякие там поедушки, побрякушки. Вот вы можете слышать уже, наверное, как живот у меня бурчит. Сейчас у меня очень сонный голос, так что чемоданы. Все там вы уже видите. Поеду я с рюкзаком. Ну что же, встретимся, ребята, в аэропорту. Точнее, на улице. Ну что ж, ребят, мы в аэропорту. Прошли проверку. Давайте пойду. Собственно, у нас вылет 8:05. Сейчас 6:01. Собственно, сейчас я вайфайчик выключу тут. Собственно, пока нечего делать, просто хожу тут, фигню какой-то занимаюсь. Ой. Собственно, в аэропорту, точнее, где в самолете уже встретимся. Уважаемые дамы и господа, говорит командир корабля. Через 10 минут мы приступим к снижению. Для посадки в аэропорту Сочи рассчитываем произвести через 35 минут. Погода прекрасная. В настоящий момент плюс 29 градусов по Цельсию. Спасибо за внимание. Примерно в 9, куда мы 20 уже сядем, да? 10. 10-20. Ну, чуть-чуть еще осталось. Теперь мы будем тормозить еще полчаса. Полчаса тормозить, полчаса выходить. Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в аэропорту Адлер города Сочи. Мы просим вас оставаться на своих местах, застегнутыми ремнями безопасности. Повторяю, пожалуйста, оставайтесь на своих местах, застегнутыми ремнями безопасности. До полной остановки самолета и выключения своего табло застегните ремни. К выходу мы вас обязательно пригласим. Благодарим внимание. Ladies and gentlemen, our flight attendant at Adler Airport in Sochi, please. Stay with your seatbelt fastened. Once the sign is turned off, you will be invited to the back. Thank you. Mm-hmm.
здесь воняет чем-то. Я отхода. Воняет. Запах такой. Чем идем получать те чемоданы. Не. Ну что, где чемоданы? Сейчас как чемоданы будут выкидывать, вот и будешь. Ага. Так, ну что ж, ребят, нас заселили в номер. Наконец-то. Да, ребят, мы в номере. Вот такой вот у нас номер. Две кровати. Что тут есть? Вот такие вот лампы включаются. Они вот так вот видно, надеюсь, вам. Да. Шкафы тут всякие. Вот наушники я положил. Все положил. Потом вам балкончик еще покажу. Так вот. Сама еще тут лампа. Столик с разными бобрякушечками. Тут чайник, да, чайник. Можно чайку пить, телек. Телек, как же без телека. Тут вот телефон, можно какого-нибудь дядю Васю вызвать, сказать, что ничего не работает. Ну, тут вся фигня. А тут еще вот кое-кто с нами по соседству будет. Так, это что, я не знаю, что это, кондиционер, наверное. Ну, тут все так же. Давайте я вам покажу еще тут, что тут есть. Так, ну тут есть, так, Айзек, да, Айзек, там Айзек, карты, все, в общем, в этом роде. Да, ребят, кому интересно, все же я покажу Айзек, это я рисовал, когда мне было очень мало лет. Оцените, ребят, не знаю, мамочка, да, я люблю Айзека, я сейчас в нем зависаю. Ну тут комнатки всякие, ну ладно, забудем. Так, что тут еще интересного? Холодильничек черный такой, черный, не знаю, к чему это, почему именно черный. Так, бутылочки. Так, я что, его сдвинул, что? Он легкий достаточно. Так, что тут еще есть? Так, такая вот тут ножка. Так, давайте я вам покажу, что здесь находится. Ну, здесь этот находится, не видно. Что здесь, кто-то резиночку потерял. Ребят, кто здесь жил? Ну ладно, туда брошу. Так, вот такой вот браслет еще дали. Вот Bridge Resort. Завтрак, обед, ужин. ВКонтакте, Фейсбук. Собственно, такой вот браслетик. Wi-Fi. Я еще не разобрался до конца с Wi-Fi, но у меня 3G. Так что, ребят, видео будет сегодня 21 августа. Надеюсь на это. Что тут еще? Балкончик, вот покажу вам вид на Сочи. Потом будет еще во второй части экскурсию, это что-то они. Ну, в общем, вы увидите сами, думаю, понравится вам красота это Сочи. Тут когда темно, можно включить. Она что, работает? Я ничего не пойму. Не знаю, работает. Где тут этот выключатель-то? Ладно, он снаружи. Ладно, так вот такие вот сиденья. Вот такой вот вид открывается. Вот, достаточно такой красивый. Вот отель весь. Там какие-то чуваки. Там, да, не видно анимации всякие. Это мы сейчас где живем? Там из Самбрари, не помню в каком. Там Рим, Нью-Йорк. Честно, ебово, не помню, где мы сейчас, в каком мы.
там Лондон, всякие, всякие фигни. А, что тут написано? Курение запрещено, окей, мы не собирались. А, что же, как вы уже поняли, уже он сколько, сейчас скажу, сколько времени, 15:53, мы, сейчас скажу, сколько, мы 2 часа летели, плюс ждали до скольких мы ждали-то? Блин, до 8 ждали мы, потом еще самолет ждали 1 час, когда все зайдут. И вот 2 часа были в самолете. И только еще потом, через 2 часа, нам дали номер. Да, мы успели похавать. Собственно, давайте пойдем обратно. Номер. Как он открывается-то? О, блин. О, какой чувак поехал. Ладно, не будем мешать. Вот, собственно, вот такие дела, ребят. Не знаю, можно поставить, в принципе, на зарядку, хотя отключится, возможно, эта камера. Ну ладно, мы не рискуем. Точнее, рискуем даже. Так, ну что ж, ребят, думаю, сейчас пойдем на пляж. Искупнемся. Конечно, это первый наш день, так что поставьте лайк за такой вложек. И уже завтра я сниму еще больше, чем этот. Там уже мы... На пляже как, не знаю. Ну, в общем, покажу вам красоты Сочи. Все в этом роде. Так, ладно, срать мне в зарядку. А, что тут еще? Зеркальце, кондиционер, пожарная сигнализация. А вот, собственно, такие апартаменты. А, ух ты! Вы слышите этот звук? Так, ничего тут нету, никаких подарочков нам. А то я знаю, у вас бывают такие друзья-приятели. Дайте ревизора, мы чуточку побудем ревизором. Ребят, вы видите что-нибудь? Я лично ничего не вижу. Так, что же здесь? Здесь тоже ничего. Так, стоп, а чайник выключился у нас? Да, чайник выключился. Сейчас чайку попьем. Так, ну, в принципе... во. Ну-ка, стой. Да, она горела. Вот такой вот у нас номер. Надеюсь, сегодня выйдет эта часть. Давайте опять пойдем на балкон. Все же, мне там больше нравится. Конечно, жарень. Не знаю, какая. Ну, ладно. Что мне тут не понравилось, это, ну, еда нормальная здесь. То, что здесь один только ресторан. Тут где, я не знаю, около 6 даже больше, наверное, отелей. И на все эти отели один ресторан. Это жесть, ребят, это жестяк. И там-то... И поэтому очередь гигантская. Вот гигантская очередь. Ну, если захотите поесть, конечно, там все толкают друг друга, как будто вообще не успеют. Но ну, во все можно найти свои плюсы, ребят. Так что такие делишки у нас. А, блин, жарень-то какая. Ну что ж, ладно, ребят. С вами был я, Джейсон. И всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, теперь я в Сочи, всем пока, до скорых встреч, увидимся завтра, пчёу!